В современном обществе мобильные телефоны и смартфоны есть у каждого человека, особенно у молодежи. Именно для них разработано приложение «Выборы Go». Его можно скачать и установить на свой гаджет, прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и даже получить приз. Смарт-часы, ноутбук, фотоаппарат, а также путешествия в Сочи на двоих, автомобили, квартира. Акцию «Выборы Go» поддержали предприниматели. Возрастное ограничение по участию 35 лет. Так решили разработчики приложения, которым важно, что именно у молодежи повысился политический интерес. Его можно скачать на устройство на базах смартфон и iOS, после чего приложение определит адрес вашего избирательного участка по месту жительства. В день голосования необходимо войти в приложение, и оно увидит вашу геолокацию, после чего выдаст персональный номер. Тот человек, который приведет 18 числа больше всего друзей на участок, то есть тот, у которого его промокод вобьют в как можно большее количество приложений и как можно большее количество людей придет с его промокодом на участок, он станет победителем. Я все-таки такой университетский человек и хочу, чтобы университет победил. И мы вот все вместе объединяемся для того, чтобы победить вместе. А потом уже, по-нужному использовать приз. Главные призы достанутся тем, кто приведет наибольшее количество друзей на избирательные участки. Остальные подарки получит каждый 500-й проголосовавший пользователь приложения. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.